Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 13 июля 2018 года. Я вам хочу показать вот что. Я отсюда делал на прошлой неделе репортаж и нанес эту проблему на карту позора власти Полтавы. Я сейчас вижу, что тут произведен ямочный ремонт на этом месте. Это адрес Пушкина 91. Ремонт сделан тяп-ляп. Сколько списано денег на эту ямку, на сегодняшний момент остается тайной. Насколько долго продержится этот ремонт, тоже тайна. Но я буду следить и вам обязательно сообщу, когда срок действия ремонта закончится. Всем удачи!